Ничанг – столица провинции Кханхуа в центральном Вьетнаме, расположен на побережье Южно-Китайского моря, в 1280 километров от Ханоя и в 439 километрах от Хошмина, один из самых популярных курортов Вьетнама. История. По одной из версий названия, Ничанг – сиамского происхождения, одна из народностей Вьетнама. В прошлом Ничанг – обычная рыбацкая деревня на берегу моря, но со времен французского Индокитая город стал развиваться как курорт. И сейчас он является одним из курортных центров страны. Жители города заняты рыбной ловлей, рыбопереработкой и обслуживанием туристов. В Ничанге есть небольшой морской порт. Климат: среднегодовая температура от 23 до 26 градусов по Цельсию. Минимальная температура воздуха зимой до от 10 до 13 градусов, но это бывает редко. Максимальные летом достигают 37 градусов. Обычно температура зимой и летом держится в диапазоне от 2 до. Осадков выпадает меньше, чем в других районах страны, но иногда бывает достаточно душно из-за высокой влажности. Несмотря на то, что дожди редки, они бывают очень сильные, обычно дождь собирается к вечеру и вечером или ночью идет сильный ливень. Поскольку город защищен горами, вероятность ураганов и тайфунов здесь не так высока, как в соседних провинциях. Осенью 2010 года прошел сильный тайфун, однако пострадавших не было. Температура воды в море у Ничанга от 26 до 29 градусов, однако в январе-феврале она холоднее, не выше 24 градусов. Морская фауна разнообразна. Креветки, кальмары, осьминоги, омары, многие виды рыб, есть редкие медузы, способные вызвать быстро проходящие ожоги у человека. Песочный пляж города составляет примерно 7 километров, песок мелкозернистый, преимущественно желтого цвета. Хотя цвет песка варьирует от достаточно белого до желто-коричневого цвета, в некоторых местах прибрежная полоса представлена каменными глыбами. Аэропорт. Ближайший аэропорт, международный аэропорт Камрань, находится в городе Камрань, что в 50 километрах от Ничанга. Аэропорт не следует путать с авиабазой Ничанг в центральном квартале города, где проходят подготовку летчики Народной армии Вьетнама. Туризм. Курортом Ничанг стал еще во времена императоров и в то время, когда Вьетнам был французской колонией, сейчас здесь наиболее частые гости, как жители Хошмина, так и туристы со всего мира. Пляж города муниципальный и лишь небольшие участки побережья находятся в частной собственности. Есть также целебные источники грязи, в городе работает грязелечебница. Достопримечательность Ничанга и символ города – башня Тиама в Панагар, построенная в конце 13 века властителем Тямпы по имени Джайсимхавармана III. Еще одна достопримечательность Ничанга – пагода Лангшон. Позади пагоды на вершине холма расположена огромная каменная статуя Будды, сидящего на цветке лотоса. Город находится в часе перелета от Хошмина. В городе множество развлечений, ресторанов, баров, кафе, ночных клубов, дискотек, массажных салонов и салонов красоты. Очень широкий спектр отелей. От однозвездочных до пятизвездочных работает несколько дайв-центров PADI, ориентированных на новичков. Основные места погружения находятся близ острова Хон Мун. Из живности присутствуют мелкие рыбки, мурены, моллюски, медузы и панцирные рыжи-барракуды. Основной подводной достопримечательностью является наличие более чем 400 видов мягких и твердых кораллов, образующих целые сады. Наиболее неблагоприятный сезон для отдыха в Ничанге с середины ноября до середины февраля. Над бухтой Ничанга от города к острову Хонче протянута самая длинная в мире морская канатная дорога. Кабины на 8 человек двигаются на высоте 50 метров над морем. На острове расположен пятизвездочный отель Винпорл Resort и Amp Spa, принадлежащим ему аквапарком, морским океанариумом и лунопарком. Остров является самым большим из всех островов в районе Ничанга.